Всем привет, ребят. Хочу с вами поделиться идеей нового формата. Я сейчас вам буду зачитывать, подглядывать на образы буквиц из древнеславянского алфавита и попытаюсь разъяснить первое такое важное слово, которое сегодня мне пришло осознание, что оно означает, как я его понимаю, и у меня прям срезонировало внутри, что это действительно, наверное, лучшее из объяснений, потому что я много думал над своим именем, откуда вообще произошло, какова структура имени Максим, такое сложное, да, не особо понятное, не Петя, не Костя, не Вася, не Иван, а Максим. Максим, да, сейчас есть четкое понимание и осознание того, что это действительно должно быть в точку попадания расшифровки, попадания образа Максим. В общем, началось с того, что я практически подошел к концу в изучении всей матрицы древнеславянских буквенниц. И четвертая, пятая буквенница с конца – это буквица КСИ. КСИ – это такая галочка, троечка и уход вниз в следующий уровень. Загогулина. То есть такая сложная, сложный образ, который я ранее не видел, не припомню. Значение читаю. Сейчас потом попрошу ребят вставить подсказки. Вот сюда изображение этой буквицы. КСИ – дух, пришедший, развивается на земле, проходя все стадии и уходит далее. То есть, по сути, раньше все определялось, все духовное, чтобы определить могущество духа, увидеть его, нарисовать, нужно было использовать и использовали вот этот вот образ КСИ, вот эту буквицу, одну из 49 буквиц. Соответственно, это очень важно, что именно этот символ, этот образ определял духовность. А дух есть прибежище всего, жизни, света, чистоты. И по сути, и сейчас мы можем встретить выражение, допустим, «акстись». «Акстись» — это «подумай о своем духе, не марай его». Уже мы в обиходе, опять же, не используем слово «акстись», но образ сохранился в памяти, да? Интересно, как. Но это возьмем за основу, да, потому что корень имени «кси», и именно три буквы «кси», что очень в современном языке сложно встретить, да? Как один образ, как один символ. Дальше я обратился к первым двум буквицам, можно сказать, одну возьмем для понимания «м», фонема «м», но образ «мыслите». «Мыслите» — это значит человек, людина, живет во внешнем мире, но использует внутренний мир. Кстати, написано «мыр» через палочку и точку сверху. Как Толстой Лев Николаевич написал изначально свое произведение, как «Война и мир», «мыр». Соответственно, «мир», «мыслите» — это первая буква, которая прежде всего показывает, что данный процесс мышления означает преобразование, изменение, улучшение всего, что следует по порядку за мыслью. Если смотреть дальше на буквицу «А», то это, по сути, «азе». «Азим есим» — я, пришедший сюда в каком-то воплощении связью с «азим есим дух». Теперь можно сказать, что, по сути, «азим есим». Причем «я есть» — это совершенно другое понятие. Я разберу в следующем видео. Есть образ «есть» и «есим». Я хочу использовать «азим есим кси» — «дух», пришедший на эту планету для того, чтобы выполнить свои задачи и уйти далее в следующую форму, в следующий уровень, кто как для себя определяет термины, которые мы используем.
Очень круто, потому как у меня прям синхронизируются эти смыслы, эти образы, и представляется картина, то, что мысль в начале, азим-есим, в середине дух, и мыслью заканчивается. И если рассмотреть всю матрицу, тоже оставлю образ всей матрицы здесь, то можно прочитать Л, состоящее две Л фонемы, и есть фонема М, то есть мысль, мыслить и мыслеобраз. Вся линейка, вся линия горизонтальная, третья из матрицы, определяется как расшифровывается стремление людей к божественному подобию, есть стремление к созиданию и преобразованию явного мира посредством воплощения мыслей, как воплощение образа Творца, достигая при этом состояния устойчивого равновесия путем отделения всего лишнего, негармоничного, негармоничного, то есть в гармонии, да, все, путем упорядочивания, пространство вокруг себя, гармоничного пространства. И ту последнюю линию прочитаю, в которой буква Кси, как раз, что является корнем моего имени. Расшифровка идет как смысл бытия в творении своей судьбы с целью самосовершенствования, достигающего своего предела в равновесии духа и души во время их движения по пути к Творцу. У меня мурашки. Если честно, у меня прям мурашки. Ребят, я первое свое видео в таком формате выставляю. Для меня будет очень важно услышать обратную связь. Для меня будет важно почитать, что вы думаете, мыслите по этому поводу. Поэтому благодарю за инвестицию в этот ролик, благодарю за инвестицию вашего времени и энергии. И в следующем видео обязательно попробую этот формат продолжить с пользой. Обнял.